описано, да? И вот через черные дыры во внутренних пространствах, через всевозможного рода лазы, с помощью различного рода движущих средств можно путешествовать. И нам, наверное, важно быть в контакте с нашим, нашим средним миром, то есть нашей жизнью, нашей ситуацией, Россией, Москвой в данный момент, да, вот этим мегаполисом. И если мы посмотрим на нашу жизнь с точки зрения вот того, что, наверное, собрало нас здесь вместе, то, что называется трансперсональным направлением в современной гуманитаристике, более широко, не только психология, психотерапия, консультирование, то мы можем почувствовать вот этот дух времени, я думаю, что начиная вот уже с первой четверти 20 века, когда Герман Гессе пророчески в своем знаменитом эссе обозначил начало эры паломничества в страны Востока. Вот интеллигенция, культура повернулись туда из Запада на Восток. И это был один из способов преодоления вот той клетки метафизической европоцентризма, в которой оказалась наша культура. Мы переросли эти ограничения. Христианство было колыбелью европейской культуры и ряда стран мировой культуры на протяжении 2000 лет. Но оно было колыбелью даосской культуры, колыбелью индуистской культуры, но все культуры стали вырастать из своих колыбель, стала формироваться новая культура, которая пытается объединить вообще все открытия человечества не только в духовных областях, не только в нашем далеком пред, как говорят, шествующим мировым религиям прошлым, то есть 50 тысяч лет шаманизма, 10 тысяч лет языческих культур мировых, 2-3 тысячи лет мировых религий, но и попытаться объединить со всем этим путем, путь, который мы прошли как ученые, путь, который мы прошли как творцы искусства, и создать новое направление, новые ориентиры. И вот дух времени пробился, наверное, наиболее отчетливо в 60-е годы, как массовое стремление европейцев изучать мировые восточные практики прежде всего, то есть гуру-революция, то, что называется. Миллионы людей устремились в Индию, в Китай, в Юго-Восточную Азию, из Америки, из Европы, для того, чтобы изучать медитацию, как бетлы, которые полгода прожили в Индии у Махариши Махеш йоги, да, изучали все. Оттуда Джон Леннон привез ситар, и за год было продано свыше 1 000 000 ситар сразу, да, вот во всем мире, потому что Джон Леннон поиграл на концертах на этом инструменте. Ну и одновременно с этим это, конечно, рок-революция, да, начиная с битлов, контркультура, когда миллионы студентов выплеснулись в протестах на улице Европы, Америки против старого цивилизационного порядка. И вот проявление этого духа времени, который просто вот проявлялся и в контркультуре, и в психоделической революции, и в гуру-революции, в психологии проявилась как трансперсональная психология. Но дух времени больше, чем трансперсональная психология. Да? А сама трансперсональная психология – открытие, чем академическая психология, потому что мы питаемся мировым духовным опытом, мы на «ты» с мировым искусством, мы изучаем на собственном опыте мировые духовные традиции, занимаемся, ну, по крайней мере, светскими формами духовной практики, как медитация. И мне кажется, наиболее ярко первым, как культурный феномен, об этом сказал Ницше в своей знаменитых в цикле работ, наиболее ярко в книге «Так говорил Заратустра», где он, ну, просто отливал в отточенных формулировках: человек есть нечто, что должно превозмочь. Человек – это мост между прежним человеком и сверхчеловеком. Потом идея сверхчеловека в фашизме была, конечно, сильно искажена. Юбермэнш только немецкой национальности, арийской принадлежности, но Ницше говорил о другом. Он говорил о высшем развитии человечества,
И пророк Заратустра тоже пришел к нему не случайно. Это древняя индоиранская культура, это корни общеевропейской культуры, индоевропейского языка. Поэтому Ницше, наверное, был предшественником, и Абрахам Маслоу просто выразил эти идеи на языке современной психологии. Совсем недавно на Эль-Харари, я говорил уже в первый день, израильский историк, философ, культуролог блестяще выразил эти идеи в своей философской исторической работе «Homo Deus», да, «Человек божественный», мы так могли бы перевести, если нужен был бы перевод. И это является, наверное, первым философско-историческим обоснованием современного духа времени и доказательством того, что главный мегатренд, главная движущая сила всей современной культуры, всей жизни, всей технологии – это именно наша устремленность к развитию. Это проявляется везде, это торкает сейчас всех. Бизнесменов, дворников, приезжих в Россию, иммигрантов из Средней Азии, все находятся в этом потоке. Дух времени проявляется через всю нашу жизнь. Более явно или менее проявлено, но это торкает всех нас. Поэтому на этом круглом столе мы все поговорим, вот свои видения, вот нашего общего будущего, представления и вот того снаряжения, которое нам необходимо для того, чтобы уверенно путешествовать, жить и развиваться в этом нашем общем будущем. Кто хочет начать? Таня, может быть, ты? Татьяна Гинзбург, Санкт-Петербург. По 7 минут. Я сразу отнесусь к только что сказанному. Кажется, очень интересная подача. Я тоже сейчас работаю над новым курсом, вот думаю, как его назвать, антропоника, взращивание человека. Может быть, вот мы долго с игротехникой как бы размышляли над курсом человек играющий, то есть человек, который может играть со всем миром в каждый момент времени, и очень много под это вот создавали игры, продолжаем создавать. Вот, человек божественно интересно тоже. Но я бы сначала усомнилась в том, что все как бы вот к этому идут, потому что тезис, что все, он как бы в некотором смысле снимает ответственность с каждого, потому что если все мы уже туда идем, то, собственно, каково же мое конкретное предназначение? Как, Володя, может, ты... диалог проведем, а не просто... Ну, как там древние про судьбу-то говорили там. Да. Да. Кого-то натащит там. Ну, а кто-то идет, и кто-то устремляется. Это всегда так было, всегда так есть. И, наверное, ну да, но вот как-то, если, допустим, все-таки это личный выбор, тогда могут возникнуть какие-то вопросы по этому поводу. Например, как определить, вот сделал я этот выбор, вот даже я, Татьяна Гинзбург, которая там уже 20 лет занимается действительно трансперсональной психологией, может быть, я сделала этот выбор, а может быть, я, ну скажем, выгляжу как человек, который сделал этот выбор. Можешь ты определить со стороны? Ну, я был у тебя в русском доме в Калифорнии, там, да, да там встречался с прихожанами этого русского дома. Очень интересные люди, у Тани там есть знаменитое русское кафе, недалеко от Сан-Франциско, где она проводит какое-то время. Вот. Ну, а что касается вот духа времени, у меня есть замечательная, мне кажется, история от Бронислава Виногродского, который, ну, наверное, известен вам как переводчик даосских текстов на русский язык, самых главных, и человек, через которого пришла вот культура чая из Китая, он первый это дело принес, и я помню, как все это начиналось. Я как-то спросил его, уже был рассвет во всех городах, чайные клубы: «Бронислав, как тебе все это удалось сделать?» Он говорит: «Володечка, вот так мне называют». А я, говорит, ничего и не делал. Просто, говорит, дул ветер, и я просто поднял паруса.
Вот это ответ на дух времени там тоже. Это ветер, который дует в пространстве. Именно об этом говорит, так масштабно Харари в своей книге. А дальше ты можешь против ветра плыть, пожалуйста. Ты можешь парус свой не надувать, пожалуйста. Выбор есть у каждого, каждый. Вы знаете, на самом деле, наверное, не совсем так. Если следовать... Анатолий Супрун, МГУ. Чисто психофизиологически известно, напечатано. Примерно через за 2-3 секунды до того, как человек делает какой-то спонтанный выбор, его можно предсказать. То есть появляется определенная биоэлектрическая активность, которая говорит о том, какой выбор человек делает. Только он этого не сознает. Да, это известнейший эксперимент. В последнее время на конференциях по сознанию, а я в последнее время активно участвую, это такие конференции The Science of Consciousness, мировые, которые собирают лучших специалистов в этой области, в первую очередь в классической науке, но не только. Есть известный анестезиолог Стюарт Хамеров, он возглавляет это направление. Там этот эксперимент активно обсуждается. А о том, что мерят, действительно, за несколько секунд сейчас выпало это имя, но точно его вспомню. Кто же автор эксперимента? Сейчас мы вспомним. Вот. Но я лично брала интервью у человека, вот второе имя я помню, это Артур Шрёрер, который опроверг. Это не все знают. Я могу вам это интервью с YouTube загрузить. Он провел абсолютно... Я прочитал эти самые, они совершенно... Нет. Откуда вы, значит, вы эти прочитали? Ну, может быть. Но... Он делал доклад на конференции. Просто он делал официальный доклад, пленарный, на конференции, о том, что сделали эти исследования однозначно точно по поводу вот этого эффекта. Там я кратенько. Суть в том, что человеку говорят, как только вы сделаете выбор, нажмите на кнопку и заметьте время, когда это произошло. Ну, параллельно мерят и EEG. Значит, и раньше эксперимент говорил, что всегда есть такое readiness potential, потенциал готовности. Этот потенциал срабатывал до нажатия на кнопку. Отсюда делался вывод, что выбора нет. Мы говорим, вы понимаете, вы сделали здесь некоторую ошибку, потому что вы говорите, что когда вы... Я просто рассказываю эксперимент. Ну, здесь есть, в вашем пересказе есть вот одна. Это не тот эксперимент. Вы говорите о том, что когда вы захотите, сделаете выбор, нажмите кнопку. А дело не в том. Там стоит следующее. Совершенно спонтанно, не делая никаких этих самых, сожмите ее. Не говоря о том, что вы сделали выбор или не сделали выбор, понимаете? Тогда никакого потенциала не возникает. Тогда тем более ничего нет. Коллеги, ну а вот и вам вопрос, какое отношение имеет вот детали этого эксперимента к нашей теме дальнейшие пути развития человека? Уточнить можно и вместе другом. Я легко отвечу. Тут, видимо, была тонкая как бы коррекция на мой тезис о том, что я все-таки держусь следующего тезиса, что развитие человека – это его выбор, и более того, с моей точки зрения, это выбор, который делается каждую секунду. Ну, как бы это принципиально – делать выбор в сторону развития. Это не просто идти за духом времени. Но это моя позиция. Видимо, как бы у коллег есть другая. Анатолий, имеет ли это отношение к пресловутой свободе воли? Конечно. Какое? Есть она у нас или нет? Или мы живем в мире лапласовского детерминизма? А смотря о чем говорить, если вы считаете, что вы есть ваше сознание, ну тогда вы живете действительно в мире лапласовского детерминизма. Если субъект выходит за, то есть сознание есть одна из подсистем, то тогда сюда нужно включить и подсознание и так далее. Какова ваша позиция? Которое включается в субъекта, но не включается... Я понял, да. Какова ваша, тогда действительно выбор делается, только его делается не сознанием. С другого уровня, да? Совершенно. Приборы регистрируют вот этот автоматизм, который связан с тем, что вы называете. Вот здесь как сознание. Раз начинается то, что, так сказать, креативность, развитие и так далее. Нарушение причинности и многие такие вещи. Эксперимент Либета я. Либета, да. Да, Либета. Ну, там несколько экспериментов было. Вы говорите как раз о том, который... Классический эксперимент Либета. Да, но было сделано несколько экспериментов, в том числе и без того, что он должен принять решение. Просто насколько я понимаю, коллеги сосредоточили внимание, если мы говорим о дальнейших вообще, о будущем нашем,
А если это будущее у нас, кто выбирает, мы или кто-то за нас выбирает? Способны ли мы к самостоятельности? Вот, может быть, эту тему развить с точки зрения ваших исследований, Анатолий? Ну, тогда мне хоть немножко нужно будет сказать о том. Ну, да, пожалуйста, 7 минут, да, вот, на то, чтобы... Ну, надо уложиться, надо. Свобода выбора. Основное самое. Основное? Конечно. Ну вот, трудно сразу перейти, конечно, к эволюции от всего этого. Ну, здесь просто надо бы сопоставить действительно эволюцию мира и эволюцию психики, показать вообще, что это на самом-то деле тождество. Тогда мы могли бы больше сказать. Этом. Вот есть очень хорошая метафора у Выгодского. Знаете его работу «Мышление и речь». Значит, у него, когда он исследовал внутреннюю речь, он прежде всего говорил о том, что это динамика. Это сукцессивное, последовательное во времени и пространстве какое-то, так сказать, процесс. Рождается он из внутренней речи. Когда он стал говорить о том, откуда внутренняя речь, он говорит, что это рождается из мысли. Причем мысль он рассматривал как единое целое, не расчлененное, симультанное. Есть хорошая у него метафора. Мысль – это облако, которое проливается дождем слов. Вот если мы будем сопоставлять естественные науки и психологии, то в этом случае очень четкая здесь параллель. Собственно говоря, сукцессивные процессы, динамические процессы в пространстве времени – это то, что описывает наука. И то же самое у нас в сознании. Как философы говорят, что, так сказать, движение неуничтожимо, потому что оно выражает некоторое содержание. А содержание как целостное, оно определяется у физиков состоянием, да, а у психологов – мысль, установка и так далее. Причем она не осознается, она осознается только тогда, когда вы ее выразите в динамике, в словах. Вот возникает когнитивное чувство, если вы не смогли его выразить, у вас умерла мысль. Вы не смогли его выразить, средств не хватило. Вот такие вот вещи описываются, скажем. Но только в словах или все-таки и в музыке? Каким угодно, в музыке, там, в рисунке. В динамике. Она должна выразиться в процессе. Если вы не смогли это сделать... То есть трансперсональный рисунок тоже сгодится, да? Все что угодно. Если это оставило динамический след, то там это содержание этого состояния, оно там осталось. Физика – это, вот, сказать, порождение процесса в пространстве времени определяет состояние. То есть мысль, установка – фактически аналог состояния. Откуда вообще появляется мысль? Выгодский говорит, что здесь за этим стоит мотивационная сфера. Действительно, это уже несколько тяжелая вещь, это мы говорим уже о целеустремленных системах, и у физиков тоже это есть. Когда впервые открыли принципы физики, например, принцип наименьшего действия, принцип, локальности. Ну, нет, там, лучше возрастание энтропии, там, биологии, принципы тоже, пожалуйста, там можно кучу называть, там, Дарвин после Дарвина. Вот. Вообще был большой скандал, потому что первое время все выступали с критикой, какого черта, потому что, как же, оказывается, у природы есть мотив, природа старается вести себя так, чтобы, как-то минимизировать некоторый функционал. Потом к этому привыкли, в общем-то, и сейчас, стараются не обращать на все это внимание. Но этот мотив, по которому проходит динамика всех процессов, смена состояний. Потому что что означает? Вот было состояние, оно всегда было бы. Что заставляет его меняться? Состояние Вселенной и так далее. Откуда, как эволюция может идти? Только смена состояния. Состояние, причем состояние, кажется, состояние имеет свой маркер. Это, вы можете доказывать кучу теорем, скажем, в эвклидовой геометрии и не в эвклидовой геометрии. На самом деле, прямо по Гегелю, вы занимаетесь тавтологией.
в рамках эвклидовой геометрии вы никуда из нее не выйдете. В рамках неэвклидовой то же самое. Тут в одном сумма треугольники углов 180 градусов, здесь меньше 180 в другой геометрии. Или больше, если Риммановскую берете. Никогда вот эти вещи не логически они противоречивы. Что отличает их? Отличает систему аксиом. Причем эта система может меняться только скачком. Вы не можете взять пол аксиомы. Вот параллельность прямых. У эвклида только две параллельные, да? Одна параллельная через точку проходит данные. А, скажем, у Риммана куча. Может быть. Так сказать, там, ну, как на шаре. У вас из полюса можно на экватор опустить кучу перпендикуляров, например. Нельзя изменить аксиому наполовину. Нельзя быть чуть-чуть беременным. Поэтому здесь всегда скачки. Если мы перейдем к физике, вы увидите, что там тоже состояние меняется только скачками. Они противоречат всем принципам, специальной теории относительности. Но скачок означает моментальное изменение чего-то. А вы, по Эйнштейну нельзя изменяться что-либо быстрее, чем скорость света. Это сплошное нарушение. ЭПР, вот как говорил Виктор, то же самое. Мгновенная связь любых, хоть того Китая и Земля, связь двух объектов, которые были когда-то взаимодействовали раньше. Ну, не может такое быть. Мгновенность. Нарушение причинности сразу же. Причем оно везде идет. Вот ЭПР-парадокс. Каким образом? Сигнал дойдет о том, что произошло, вы изменили один объект, ну, скажем, в электрон померили спин, моментально где-то на того ките, вот у парного электрона, меняется спин в обратную сторону. Его не было раньше. Он появился. Но через только там сотни световых, через сотню лет дойдет свет, который скажет, что произошло. Произошло нарушение причинности. Такое же нарушение причинности было у Менделеева. Он открыл свою таблицу, объяснить которую можно было только через десятки лет, когда была сделана атомная физика. Это было невозможно сделать, он это и увидел. Если вы смотрите биологию, то же самое. Вы увидите, что там нарушается причинность. Сначала женщине развернули воздушные кости, она стала плохо бегать, а только потом стала рожать умных детей. Но чтобы ее спасти, мужчина должен был полюбить эту женщину. Ее, так сказать, искалеченный таз. Ну так у мужчины есть. А что стоит, так сказать, за целеустремленной системой, за мотивом? По Выгодскому это потребностная сфера. Потребность. Это уже вообще самое загадочное, к чему мы подходим. Потому что, ну, как говорил, по-моему, Шопенгауэр, да, как можно любить этот широкозадый, узкоплечий, хилый пол? Но ведь любим же. Это нужно было изменить всю систему гормональную таким образом, начиная там у мужчин андрогены, у женщин эстрогены, таким образом, чтобы сформировать именно эту потребность, именно это поведение. Мы не знаем, почему мы любим. Мы не знаем, что, почему это прекрасно. И много чего мы не знаем. Мы не знаем, что мы на самом деле делаем. Нам нравится, ну, например, есть такая вещь, как закон сохранения энергии. Но есть закон сохранения информации плюс энтропия. Если мир возник из ничто, вот этот самый большой взрыв, то в этом случае суммарно все заряды, там все другие, так сказать, импульсы и так далее, в сумме должно быть ноль. То же самое с энтропией. А энтропия-то возрастает у мира. Закон известный, второе начало термодинамики. Возрастание энтропии и возрастание хаоса. Его надо чем-то гасить. Вот один из способов погасить – это вот развивающиеся объекты, которые порождают информацию. А информация от энтропии отличается только знаком. Возможно, мы пылесосы в этом смысле, мы не знаем. Но перед нами повесили морковку, и не одну, это потребности. И мы за ним бежим и делаем какую-то работу. Это удивительно, но, когда мы начинаем сопоставлять
психический мир и физический мир, мы видим очень много, так сказать, одного и того же. Это и скачки на уровне состояния, это и целеустремленность систем и так далее. А когда возникла квантовая механика, возник вообще парадокс. Раньше, как писал фон Нейман, явно, неявно, любой исследователь, он был картезианцем, то есть он говорил о том, что существует два параллельных мира, которые никак друг с другом не взаимодействуют, просто они так запущены. И, психология, психика не мешает нам исследовать мир. Как мы его воспринимаем, черт его знает, но мы с ним не взаимодействуем. Просто параллельно все идет. Потому что если будет взаимодействие, все. Это либо будет физический, либо психологический мир, а мы должны его разделить. Сразу куча противоречий, как еще, отмечал Бертран Рассел. Это ли можно итоги подвести, потому что... Итоги да. Такие. Если вы будете сопоставлять, последнее сопоставление. Физики говорят, что существует реальность за пределами нашего сознания. Это и есть реальность. И наше субъективное его восприятие. Если мы будем смотреть психологию, то что там играет роль реальности? Сознание – это то, что каким-то образом представляет мир. А что стоит за порогом сознания? Откуда к нам приходят вот эти самые изменения, эти самые состояния, которые меняются и позволяют эволюционировать? Это бессознательное. Причем способы описания его, когда на психосемантике начинаешь описывать, они такие же и приводят к таким же самым эффектам. Не потому, что мы пытаемся их по аналогии делать, а потому, что это получается автоматически. Бессознательное фактически, с точки зрения категории психологической, это и есть реальность. А то, что мы формализуем в виде теории, это сознание. И то, что в сознании на самом деле полностью, это замкнутая система. Это Владимир об этом говорил, там у Витгенштейна есть границы моего языка. Значит, Юнг, правда, следовать бессознательному. Стратегия Юнга главная. А как там следовать? Это, мы по-другому и не можем. К сожалению. Субъект – это то, что выходит за пределы сознания. Если говорить о субъекте, о метасубъекте, есть разные способы членения мира. Это объектный способ членения, пространственно-временной. И есть системный. Вот квантовая механика, она проводит системный анализ. Но мы все время пытаемся протащить туда, несмотря на парадоксы, уже, дошли в тупик в этом плане, все время протащить пространство и время. Но в квантовой механике на самом деле нет ни пространства, ни времени физического. Там совершенно другое представление. Там многомерное гипертово пространство, это не физическое пространство. И эффекты там совершенно вот эти вот скачкообразные и так далее, с этим и связаны. То же самое и бессознательно, абсолютно то же самое. Все эти раскачки, вспомните, хоть математиков, хоть Пушкина, хоть и так далее. Все описывают период вдохновения таким образом. В эволюции то же самое, хоть биологическое, хоть физическое. Физическая тоже эволюция шла. Раньше было единое поле, а потом оно вот разбивалось. Эволюция звездная, как Виктор рассказывал, как нарабатывались элементы. Поэтому по Окаме, вообще-то говоря, нет смысла, бритву Окамы, знаете, да, плодить какую-то новую сущность. Так можешь тогда остановиться и перестать плодить. Если вы остановитесь, опять же, Бертран Рассел об этом писал, что на самом деле, если все объяснять, то лучше с точки зрения психологии, эта система включает все. Если не смотреть на потусторонний мир, по ту сторону ощущений, то у вас остается следующее. Это системный подход, не материалистический, не идеалистический. Есть система сознания, эволюционная, образованная система, индивидуального сознания. Есть то, что Юнг называл коллективным сознанием. Это еще одна подсистема. Таких эволюционных подсистем очень много. Если вы будете брать не объектный, а целостный субъектный подход, системный подход, то у вас в конце концов получится, что и существует вообще единственный субъект. Мы просто подсистема этого субъекта. Это вся Вселенная как целая. Вот целостность – это и есть субъектность. Тогда, собственно говоря,
мы воспринимаем эволюцию и так далее с помощью сознания. Это вот один из способов. То есть наука нас привела к основополагающим открытиям Адвайта Веданты, да? Ну, вот, знаете, так следовать. Вот как раз и Шредингер, и Эйнштейн, и Нильс Бор, все они писали о том, что квантовая механика и современная физика совершенно не ложится на философию европейскую, но прекрасно ложится на восточную, особенно на буддийскую. Недвойственные традиции. Да, конечно. Там вот один в один, вот там все эти парадоксы, Кааны и так далее, это квантовые эффекты. Выраженные, я просто был в шоке, они выражены были 2500 лет назад, было написано. А только сейчас мы начали их по-настоящему понимать. Спасибо, Анатолий. Я вынужден прерывать. Все детали в книгах Анатолия Светлана «В вашем сознании» описаны. А сейчас давайте послушаем Алексея Турина, который вот книжку в том числе и о контактерстве написал. Я вижу, на рядышком лежит. Да, вот о запредельными мирами отношений. Вообще, я только начинал свою трансперсональную деятельность с уфологии, пришел в трансперсональную психологию из уфологии. Мы сегодня говорим, как я понял, о будущем человека, об эволюции, да. Но я занимаюсь там развитием, ну, пытаюсь заниматься развитием трансперсональной психологии, как я это вижу. Хотя, честно говоря, эта деятельность оказалась очень непростой и сложной. Ну, первое, как уже вот, я сегодня спрашивал Виктор Федорович по поводу, как академические круги относятся к трансперсональной психологии. Я не просто так это спросил, я спросил и тому, что вот, зная о том, что в академии, в Российской академии наук, в других академических кругах трансперсональной психологии откровенно относятся, ну скажем так, несерьезно. И с моей точки зрения, если мы хотим, чтобы у трансперсональной психологии было будущее, потому что у нас вот направление на самом деле очень широкое. У нас и шаманские практики, да, у нас и квантовая физика, квантовая парадигма, и огромное количество разных духовных практик, холотропное дыхание, и трансперсональное дыхание. И, в общем-то, есть, скажем, огромное, то есть, ну, то есть, как бы, есть огромное вот направление, огромное, скажем, будущее, да, могло бы быть. Но в результате того, что у многих, в том числе направлений, в том числе у книг и гроф, то прослеживается некоторая эзотерическая составляющая, в том числе, когда вот я начал заниматься уфологией и переходил в трансперсональную психологию, я переходил, собственно говоря, потому что вот у гроф вот эта вот классификация трансперсональных переживаний, там в числе есть и контакты с НЛО, вот эту вот тему, потому что Грофа вообще очень интересовала эта тема уфологии в том числе. И я увлекся именно вот через это перешел. Первая книга, которую я прочитал, это вот как раз вот классификацию трансперсональных переживаний. С моей точки зрения, будущее трансперсональной психологии есть в том случае, если будет проводиться исследовательская работа. То есть ставятся эксперименты, ставятся разного рода исследования, разного рода изучения разных проблем, то есть измененного состояния сознания, мистического, трансперсонального опыта. Я знаю, что вот тут многие из с курса трансперсональной психологии у Вали Майкла. А можете руки поднять, кто с курса? Снова вы имеете в виду? Ну, снова, старого, вообще, то... Я вот будущее... Все мои студенты, поднимите руки. И будущее тоже. Да, пожалуйста. То есть, когда вы приходите вообще обучаться, да, на курс, вы подумайте, с какой целью вы идете. Вам это просто интересно или вы хотите жизнь этому посвятить? Может, бывает так, что, зная по себе и по другим своим коллегам, кто со мной учился, что человек отучится год, потом про это забывает и больше никогда к этому не возвращается.
То есть решите для себя, что вы будете делать, когда закончите этот курс, чем будете заниматься, куда пойдете работать, есть ли вообще места, скажем, рабочие, потому что, скажем, найти даже работу по психологам проблематично. А уж найти работу трансперсонального психолога, ну, практически невозможно сейчас. Может быть, все-таки трансперсональная психология и работа принципиально несовместимы, понятно? Работа от слова ну, знаешь, я правильно с тобой согласен. Художник от слова хуже. Я правильно с тобой согласен, дело в том, что все равно же... Анатолий, спасибо за это предупреждение, алармистские вещи. В общем, я думаю, что большинство это знает ситуацию, в которой мы живем, но о будущем все-таки хотелось бы. О будущем. Да. О будущем. И о том, может быть, почему вы занимаетесь трансперсональной психологией, ваши мотивы. Ну, что вами движет? Знаете, я именно это занимался раньше. Мне были интересны трансперсональные и мистические переживания. Но сейчас это уже дошло намного дальше. Я больше вижу, что вот через развитие, какое будущее есть у трансперсональной психологии, есть ли оно вообще. Вот, ну, так вот, если вкратце. Спасибо, спасибо. Оллард, шаманизм по отношению к нам, что вообще для нас шаманизм, для современного человека? Вот я маленькую преамбулу, чтобы какое-то вот пространство обозначить. Майкл Харнер, как ты знаешь, великий исследователь шаманизма США, недавно, к сожалению, умерший, он основал вот это Foundation for Shamanic Studies, фонд шаманских исследований, знаменитый, где, и он говорил, что обучить человека, как стать шаманом, невозможно, потому что это не профессия, которую можно приобрести. Шаман – это избранники духов, так, если выражение классическое, но можно обучить современных людей элементам шаманизма, как мы можем использовать вот те знания, те инструменты, которые использовали древние шаманы, которые могут быть очень полезными для жизни современного человека и, наверное, для жизни будущего человечества. Вот ну, да, твоя да, позиция, да. Пожалуйста. Да, да. Вот моя позиция именно как и в этом она и состоит, что мы должны пользоваться всем накопленными знаниями, которые сохранились до наших дней. И вот я вам расскажу такую, наверное, историю такую, да. У меня была сестра. Она никогда мне не снилась, ну, как-то вот, может быть, в детстве она мне снилась, а потом что-то как-то прекратило мне насниться. И здесь я вижу ее во сне, и она говорит, я пришла прощаться с тобой, вот, давай мы поцелуемся на прощание. И на утро мне приходит сообщение, что она умерла в Германии, и, собственно говоря, она приходила ко мне во сне. Я думаю, что такая вот... Эта история, она, наверное, почти здесь у каждого здесь есть что-то подобное, да, что кто-то мертвый приходит к нам и прощаются внутри сна. Дело в том, что вот мое изучение шаманских миров и вообще моя практика говорит о том, что после смерти существует некоторый период до полного отделения от всех земных тягот, лишений плоти и всего, когда мы можем общаться со своими умершими родственниками, зная определенные пути, определенные техники, например, в тех же самых осознанных снах. Мы можем встретить своего родственника и спросить, где он находится, куда вот он ушел. У меня сестра умерла от рака, чрезвычайно широко распространенное заболевание. Мы живем сейчас в эпидемии рака, мы об этом не говорим, но это именно эпидемия. И цель моих исследований, я думаю, что мне кажется, что и другим людям на это нужно обратить внимание, исследование, собственно говоря, а где этот рак находится, где находится его пространство в запредельном мире. Как вы, наверное, знаете, были такой целый род известных шаманов, Нгамтусо, таймырских шаманов Нганасана. Нганасаны, народа Нганасанов,
которые во время эпидемии оспы они отвели от своего поселка в Усть-Алаам. Собственно говоря, оспу они отвели, и никто в их поселке не умер, войдя в пространство духа оспы. И, собственно говоря, заключив с матерью оспы соглашение. Даже костюмы Родонгом Тусо, они отличаются от других костюмов тем, что они иллюстрируют кожу человека, покрытую оспенными пятнами. Поэтому у них такие пятнистые костюмы в дудинке лежат в Кривическом музее сейчас. Сейчас, к сожалению, умер последний представитель Родонгом Тусо. Я вот что я вообще думаю. Поскольку нам всем очень скоро придется умирать, очень скоро, не успеем обрать 10 новых годов, и уже там, да, и мы до сих пор не знаем ничего об этом. Вот даже вот Станислав Гроф, да, написал великолепную книгу «Перед лицом смерти». Сейчас да? «Величайшее путешествие», которое включает эту книгу и массу других исследований, в два раза больше по объему. Вот это вот он еще тогда сказал, что необходимо вот в эту необходимость, вот это исследование смерти, не только страха смерти, но и вообще и пространство смерти как таковой, потому что там точно что-то есть, там точно есть эти все ландшафты, неважно, с чем они связаны, с отмиранием клеток, там, кислородным голоданием, масса чем. Но это все существует. Это существует и существует в определенных ландшафтных разворотах, в определенных последовательностях. И вот это знание, вот этих последовательностей, которые сохранились в шаманских картах, в шаманских сказаниях, если мы будем это изучать, мы лучше начнем понять, где, собственно говоря, находится. И в чем у меня была одна такая, я пытался делать экспедицию, это путешествие в страну рака. Это тогда, когда у каждого, наверное, здесь кто-то или родственник, или знакомый умирал от рака, да, мы встречаем его внутри сновидения, вот в этот период времени, когда они сами приходят практически каждую ночь. И мы говорим точно так же, как я почему привел свою сестру. Я ей сказал, отведи меня, где ты находишься, покажи мне в свою сестру. И сейчас уже нет, на долгое время, пока она находилась вот в этом вот, в межвремени, в состоянии вот этого бордо, я с ней общался каждую ночь, и она мне показывала все больше, больше, больше. И я увидел, что это на самом деле могло быть чрезвычайно интересно, если мы бы туда отправились бы все вместе. То есть, если мы все бы вместе бы спросили бы у тех, у умерших, отведи их в свою страну. Мы можем что-то начать рисовать, можем начать уже творить, творчество какое-то проявить, а потом сравнить результаты, что у нас получилось, и в результате мы, может быть, к чему-то придем, и мы лучше это будем понимать. Да, не все это готовы, но у каждого из нас, там, неважно, через 10 лет или через 10 дней, это мы окажемся вот здесь. Болезнь нас очень сильно изменяет, как вот шаманы говорят, вот как человек умер, и очень важно, как умер человек, потому что как умер человек, это свидетельствует о его жизни, безусловно. То есть какой-то вклад шаманского опыта в искусство умирания, да, в патологию современную, карты посмертных путешествий. Да, ландшафты, зарисовка ландшафтов и... Нам надо понять, где что находится. Мы можем реально совершать, я думаю, что это совершенно реально для будущего человечества, мы можем совершать реальные путешествия через мир сна, осознанного сна, через техники, которые мы делаем внутри состояния осознанного сна. Перед смертью, когда человек уже... Это надо каждую секунду готовиться, прямо сейчас. Потому что это может произойти прямо сейчас. Я вот, например, может быть, сойду с ума, возьму он эту самую... Так, а вот вы исследовали эту страну, и что? Смотри, сколько рук сразу, Улар, посмотри, сколько рук в зале и на круглом столе. Какую тему ты поднял? А вы сопоставляли эту вот бордо Тхадзё? Ну, конечно, конечно, удивительнейшее, удивительнейшее. Бордо Тхадзё, есть одна проблема. Бордо Тхадзё очень сильно религиозная книга. Если мы убираем оттуда религиозную составляющую, мы увидим вот некоторый такой основной пласт, который будет совершенно одинаковых, что у индейцев Северной Америки, Южной Америки, что у чукчи. Мы увидим такой же круговорот душ. Я вот как раз делал вот доклад на эту тему. Мы увидим то же самое. Но
Здесь самое главное ландшафт восприятия. Как говорится, Бальдут Хюдол, свет после смерти, он, мы видим его все, но мы не все его можем распознать, да? Что это именно свет, потому что нам свет нужны может... карты и точные инструкции. Нас испугает свет. Почему? Потому что, да потому что он прожигающий. Потому что, когда я первый раз оказался перед этим светом, и сказали, иди в свет, я сказал, нет, я вот здесь лучше рядышком постою. Почему? Потому что я впервые осознал, что такое прожигающий свет. Для того, чтобы войти в свет, нужно быть подобным свету, абсолютно подобным свету. А куда и какой свет я пойду? Ну, да? Я чувствую, все, вот это вот, это самое, вот он, я сейчас, я слишком отождествлен со своими там желаниями. Есть практика чхот, вы своими... Практика чхот, вот один из способов как раз, сказать, исследования этих миров. Да, да. И это надо объединить, это надо, но здесь не то, что это даже исследование этих миров, а это исследование локальных миров, в частности, вот то, что я говорю, матерей болезни, матерей оспы, чумы, рака, они же остались, да, мы, кажется, мы их победили, но на самом деле они остались, как шаманы говорят, все они находятся не в нижнем мире, они находятся в нашем мире, вот в этом, как сказала Надя Фенина, это находится там, где корни деревьев. Это вот в этих болотах, они реально там и живут, и эпидемии исходят именно оттуда. То есть, ну, у них есть свои пространства, реальные пространства, в которые путешествуют шаманы для того, чтобы это договориться, для того, чтобы излечить. Вот договорились ведь с оспой, да? У нас вот печать оспы у каждого стоит на руке, ведь часть, вот эта вот часть нашего, не знаю, чего-то оспы тоже отойдет. Мы все инфицированы оспой уже сейчас. Мы договорились таким образом, что да, она не будет нас выкашивать, но часть нас пойдет туда, в их миры. И это факт. Это было сделано наукой, это было сделано шаманами, тем же Нгантусо, которые ограждали свой поселок Усть-Авам. Это интересная вещь просто. Как некоторая традиционная вещь. Исследование клинических состояний в этой практике чхот. Да, да, это Юрий Аркадьевич Бубиев как раз поехал сейчас в Тхармасалу, он должен был выступать на нашей конференции, профессор Бубиев, крупнейший специалист по психофизиологии измененных состояний сознания. Но его вызвали к Далай-Ламе, потому что там грандиозный проект по изучению тумо, по изучению медитации, по изучению как раз достижений высших состояний. Это с шаманизмом сильно связано. Бог это что? У нас был вопрос, да, неотложный, или он уже отвечен? Нет. А, вот вы говорили за мир рака, да? И, например, если человек смерть, то после наркомании, да, это тоже разрешение Шаманские причины наркомании. Зависимости есть? Ну вот смотрите, с точки зрения шаманства, что, собственно говоря, путешествует в сны или же в состоянии смерти, все, тело остается, все остается, память остается, но здесь на земле, но путешествует именно то, кем мы являлись. Если кем мы являлись, это наши навыки, это наши вот наши умения тоже. Вот интересная такая штука есть, я вот занимался этим вопросом, это эволюция запредельного мира, как эволюционировал мост через реку мертвых. Изначально ведь это было просто плавающее бревно, еще там, ну, есть много мифологии, откуда оно взялось, это бревно на этой мировой реке, в Ворона Кутха когда-то заковали в эту бревно, в недоделанную лодку, да, еще со дня потопа. И вот это бревно, она же наш гроб, это же мост, который, если бревно мы ставим вот так вот, оно начинает эволюционировать внутри вот этого запредельного пространства. Из плавающего бревна, которое известно с палеоазиатской мифологии, из палеоиндийской наденной мифологии, вот это плавающее бревно, постепенно возникают там какие-то ландшафты. И даже вот есть такой внук индейцев Аджибве, это внук шамана Аджибве, Нарвана Морисо.
который сейчас тоже собирал, ну не сейчас, в середине 20 века, собирал сказания стариков, которые уверяли, что там сейчас построили мост, что там уже бремена не плавает, что это самое, что там сейчас белые люди, американцы, он даже назвал фирму, которая это построила, построили мост через реку мертвых, и это у индейцев Аджибы достаточно серьезная идея, что там сейчас прямо мост с поручнями, со всеми, уже не бревно. Вот это тоже вещь очень, очень любопытная. Мы вот живем... То есть древние карты и навигационные инструменты древних даже шаманских культур тоже меняются. Конечно, прямо все на глазах. Я только вот, я, по-моему, не ответил на вопрос, мне кажется. По аналогии, вот как с раком, там, например, есть шаманские причины, вот про зависимости. А, ну да. Ну вот что я могу, я сейчас встану буквально в минуту, тогда сделаю. Ну что я могу сказать, да? Я могу только говорить о том, что говорили старики, то, что я записывал, то, что я вот... Большинство шаманов считают, что болезнь, тяжелая болезнь, очень сильно изменяет нас, да? Что и даже есть такая проблема очень большая, мы можем всю жизнь стремиться к свету, да, стремиться или что-то делать благое, а потом мы начинаем, заболеваем здесь какой-то жесткой болезнью, вот рак изменяет очень сильно наше сознание, вообще тяжелые болезни очень сильно изменяют нас, мы становимся фактически другими, для наших родственников, для наших друзей, мы вообще фактически другие, у нас может приключиться Альцгеймер, и мы все напрочь забудем здесь, вот, с чем мы встретимся на пороге смерти, с каким материалом. Ведь вот этот материал ты и должен путешествовать, вот эти знания, а если их нету, да? И вот поэтому шаманы считают, что очень важно вот это вот, как умирает человек и от чего. Потому что вот эта часть уходит в те страны, в те араны, как тувинцы говорят, араны Нижнего мира, пораженные, потому что они вторгаются, у них нет тел. Они живут там в болоте, там вот где-то там вот в Таиланде, да, где-нибудь, да? Они живут там в болоте. А для них нужно тело, и для них нужно воплощение. Это очень древние существа. Мы пришли, они уже были. Человечества еще не было, а они уже были. Рак был еще во времена динозавров. И были найдены вот, как вот кости, которые поражены раковыми клетками со времен динозавров. Это древнейшие существа. Да, у них нет тел. Они используют в качестве тел нас. Нас, животных. И они не просто входят, они изменяют наше состояние сознания текущее. И нас могут полностью уничтожить еще при жизни. И после смерти шаманы считают, что вот эта измененная душа попадает в их араны и там может застрять на очень долго. Неважно, что это. Наркомания, это рак или еще что-то. Это все. Это мы умираем с тем, с чего накопили. Вот как вот сейчас вот мы говорили, что... А делать-то чего? Как туда не попасть? Исследования. Есть методика, есть методы и трансперсональной психологии для исследования измененных состояний сознания. Есть методы осознанных сновидений. Есть на самом деле масса инструментов для того, чтобы исследовать наше состояние сознания и вообще, что с нами происходит. Потому что все это находится внутри нас. Мы можем прямо сейчас начать там смотреть, мы можем начать лазить, мы можем начать общение, мы можем начать диалог за предельным миром. Вот на это мое убеждение. Спасибо. Я немножко приторможу, все остальные вопросы пока нет, потому что эту тему мы обозначили, а дальше пока развивать не будем, потому что у нас общее направление все-таки это развитие человека, навигационные инструменты, наше будущее. И сейчас Виктор Федорович Петренко, корреспондент, несколько слов скажет, суммируя свой опыт в этой теме. Ну, я очень солидарен с Олвардом о том, что вот эти психопрактики, в том числе шаманизма, буддизма, постепенно войдут в массовое сознание. И мы будем как бы жить в немножко ином ментальном мире. То есть я вижу большое будущее и трансперсональной психологии. И вот единственное, что необходимо как бы различать очень глубокие проникновения, такие полуинтуитивные, адептов, шаманизма, буддизма, там, так далее, да, и язык, на котором они излагают.
язык, на котором меня излагают, мы смотрели на карты, там есть и лестницы, и какие-то костюмы для путешествия на Венеру там и так далее. Да? То есть сознание удивляет вот это интуитивное шестое чувство, да, в одежде таких понятий обыденных, которые окружают тебя. Да? То есть одно дело очень глубокие прозрения, и другое дело, так сказать, ну, их выражение в языке, ну, обыденном, понятном, привычном. Когда потусторонний мир, там, американцы строят мосты, и даже указывается, какая фирма, да? Да. Вот. А джибы в этом уверены прямо вообще. Ну, да. Вот. Так что, вот, всем рекомендую очень глубокую книжку недавно умершего моего друга и коллеги Назаритяна, который называется «Нелинейное будущее», где он как раз Назаритян, А.П., Акоп Погосович, «Нелинейное будущее», где он как раз рассуждает о, ну, в рамках вот есть направления Big History или глобальный эволюционизм. Это от большого взрыва до, так сказать, светлого будущего, да, если оно будет светлым. Зачатки этого были и в русском православном космизме, да? Там тот же Циолковский рассуждал о переходе человечества в световую, так сказать, форму, энергию, ну и так далее. Но это направление существует. Big History, глобальный эволюционизм. И вот, в частности, было совсем недавно такое движение. Кто слышал? 2045. Я была на конференции. Вот. Такой думающий, предприимчивый, молодой бизнесмен, уж не знаю, откуда у него эти финансы возникли, возможно, по наследству, да? Google. Если про Курцвайла. Сейчас я говорю. Российский бизнесмен. Российский бизнесмен Дмитрий Ильсков организовал. Посидите немножко. Сидим. Организовал несколько конференций, которые проходили в России, и где были достаточно серьезные ученые, академики. Курцвейл он приглашал. Курцвейл был, да. И потом в качестве кульминации состоялась большой конференция в Конгресс-холле, где было больше 3000 человек, и вход стоил $3000, стоял в Штатах. И после чего у него то ли финансы кончились, то ли он куда-то ушел, так сказать, уже в другие, так сказать, ментальные пространства. Я не знаю, как бы это движение несколько заглохло. Вот в контексте глобальной эволюции, Big History, правда, сюда примешивалась и тематика искусственного интеллекта, и создание на небиологических системах думающего разума, так сказать, обладающего бессмертность. То есть все вошло еще и такие вот несколько, на мой взгляд, фантастические вещи. Вот. И в частности интересно в этом плане, тот же Назаритян ссылается на работы, которые одновременно примерно вышли в трех странах. В России, Австралии, Штатах. Это кривые, эволюционные кривые. Вот у нас это работал астрофизик Панов. Примерно сходная логика, в которую пришли три различных совершенно исследователя, когда откладывали различные эволюционные периоды, в том числе, так сказать, и социальные трансформации, которые можно было, ну, то есть геологические, биологические этапы развития, так сказать, живой природы на Земле, в том числе они еще добавили социальные, так сказать, да? Такие переломные моменты в эволюции человечества.
И получалось, ну, это достаточно известно, ускорение глобальной эволюции. То, что там некоторые изменения шли там миллионы лет, некоторые там тысячелетия, ну, в смысле столетия, тысячелетия. И последние мы просто видим фантастически быстрые изменения, да? Там Александр Сергеевич Пушкин практически по менталитету наш современник ездил там на лошади, на пролетке, да? Тут уже управляемые такси искусственным интеллектом. Просто колоссальные. Мы просто, ну, плохо осознаем, насколько это все быстро. И вот по их просчетам, еще раз, три независимых автора разных стран, да, получалось, что вот эволюционная кривая выходит на вертикаль к 1945 году. Вот примерно. 2045 году. То есть, ну как бы... Экспонента становится вертикалью, да? Да, сингулярность. Как мы это можем интерпретировать, сингулярность? Какие варианты? Варианты, начиная от того, что человечество может вообще... Страшный суд, да, всеобщее... Коллапс, черная дыра там. Общение с иными цивилизациями, бессмертие, что такое? Ну, то есть фантастически вроде быстро, так сказать, не верится, что... Сейчас какой год? 19-й, вот совсем немного вроде осталось. Но по их расчетам, отсюда и движение 2045 по имени вот этой сингулярности. Курцвейл говорил, что все станут бессмертными в это время уже. Ну, вот... Только в компьютерах. Ну да, да, да. Я виртуальный, как в фильме этого самого Люка Бессона. Я больше склонен полагать, что мы выйдем на контакты, как бы, так сказать, с космическим разумом. И в этом, так сказать, будет сингулярность. То есть, ну, какой-то фантастический приток новой информации, так сказать, новых знаний. Реализация бессмертности, так сказать, с помощью технологий таких вот перевода, так сказать, ну, на псевдокомпьютеры, да? Ну, мне кажется, гораздо как психолог. Ну или киборги, или биомеханоиды, ну, да. То есть, есть колоссальное коллективное бессознательное, и даже космическое бессознательное, как полагают Юм, которое никак, так сказать, в железо не засунешь. Человек существует еще в множестве миров, о которых он и может и осознанно не подразумевает, не знает, да? Ну да, да, там, для мира всего. Да, то есть то, о том, что говорил Оллард. Вот. То есть, в принципе, надо готовиться, если мы доживем. К 45-му году, да? Ну, к каким-то колоссальным изменениям. И в нашем менталитете, и в нашей жизни. То есть эволюция пошла уже не просто со скоростью, а какими-то колоссальными прыжками. Соль, спички, буквы. Спасибо, Виктор Федорович, за эту тему. Я думаю, что многие, конечно, это есть такие анекдоты про психфак МГУ, что многие приходят на психфак и вообще к изучению психологии, ну, потому что уж дальше некуда, докатились там. Уж нигде уже иначе не спастись, именно поэтому так много странных людей на психфаке. Профессор МГУ это хорошо знает. Ну, и я думаю, что можно и в ряде других... Два слова, можно? Два слова, на эту тему. Говорилось о том, что не найти, так сказать, работу трансперсонального психолога, там, и так далее, да? Я вот по опыту своих друзей, которые со мной начинали, а когда-то, когда я начинал, у нас всего было там человек 40. Психологов в Советском Союзе? Совет, нет, было 40 в МГУ, где-то человек, так сказать, 35, по-моему, в ЛГУ, Ленинградском, и были еще... Маленькие группки, да, там не отделения. Тбилиси. Не больше 150, наверное, да, в сумме в Советском Союзе. Чуть больше, может быть. Больше. И в Тарту. Вот это все, так сказать, психологическое сообщество, которое на время моего студенческой жизни, так сказать, пришлось. И большинство людей, как ни грустно сознавать, талантливых,
на первом курсе все гениальные. И каждый собирается, так сказать, всю психологию перевернуть с головы на ноги и так далее. Да? И вот большинство людей не смогли себя реализовать. Ну и в этом и социум виноват, и 90-е годы, так сказать, тяжелые, и все такое. То есть это тяжелая судьба. Это, так сказать, скорее миссия некоторая, да, которую человек на себя принимает. И не будет ни успехов, ни материального благосостояния там, и так далее. Да? Поэтому как бы интересоваться там трансперсональной психологией вполне возможно, да, и даже жить ей. Но понимая, что это тяжелая ноша, в каком-то смысле миссия. Да? Получается так, что мы были в какой-то степени перепроходцами. Сейчас сознание изменилось, и то, что лично я наблюдаю в молодом поколении, да, которые сидят в социальных сетях, они все заряжены психологией, трансперсональной психологией. Сейчас наоборот легче, чем голова. И люди интересуются этим и стремятся к этому. Что-то изменилось, да, вот нам говорит обратную связь. Да? И люди здесь не только для того, чтобы там, да, вот как-то вот себе подобными найти вот такую нишу, да, где можно скрыться, где можно, может быть, смотря в себя, что-то найти, какое-то исцеление, какое-то спасение, так вот было в начале. Сейчас уже есть что-то и другое, да, люди приходят в трансперсональную психологию, люди ходят на семинары по личностному росту, люди активно путешествуют в шаманские места планеты, люди идут на семинары по тибетскому буддизму, ездят в Индию, являются долговременными такими участниками всевозможного рода ашрамов. Наверное, потому что есть что-то еще. Драйв, да? Есть. Есть мощный драйв. Не деньги, не работа, а драйв, чтобы вот так вот прям встал. И вот все, и надо ехать, и вот чтобы лег спать, и вот об этом ты думал. Это драйв. Есть драйв. Без драйва ничего об этом, не будет. Об этом мы и начали говорить. Что... Ну, я и говорил о том, что проникает, так сказать, трансперсональная психология, не просто психология, массовое сознание. Оно тоже... Потому что находится, да, проникло. Есть просто большая потребность. Можно все-таки ближе к тематике немножко подойти? Меня вот больше интересует ваш взгляд на то, как, допустим, развитие трансперсональной психологии, да, к чему это дальше приведет. То есть не является ли столь мощное увлечение сейчас трансперсональной психологией таким феноменом, как следствием такого феномена, как одиночество в толпе. То есть люди погружаются сами в себя. И здесь трансперсоналка, да, безусловно, она способствует духовному росту, но чем больше человек растет духовно, тем меньше он связан с материальным планом. Да, с земным, с каким-то. Ну, это один из диагнозов, которые вы сказали. Но это, я думаю, что это не массовое стремление. И вот почему. Я вам объясню сейчас. Но я понял вашу мысль. Поняли, да? Да, конечно. Вот это существует многочисленные версии, я называю это духовного эскапизма, то есть или есть еще вот такой вот дауншифтинг, модное слово, то есть люди бегут куда-то в Гималаи, в монастыри, в те или иные духовные традиции, от жизни, ее сложностей, хитросплетений, в трехлетний ретрит где-нибудь в Тибете для того, чтобы достичь там просветления. Но, как правило, это не случается, потому что мои многолетние наблюдения за мировым трансперсональным сообществом и сходными движениями, интегральными, процессуальными, многочисленными духовными общинами показали, что да, такой феномен есть. Да, феномен духовной гордыни. Люди, из общины какого-то известного, величайшего духовного мастера могут относиться снисходительно. А, психология, там, что мне там, я ученик такого-то Шри Бабаджи Махариши и так далее. И наш учитель просветленный дал нам сокровенные методы. В этом есть, конечно же, сермяжная правда, вера, но я пришел также к тому, что древние великие духовные традиции, которые работали великолепно в прошлые времена, если смотреть по хроникам, по записям, по жизнеописаниям, у этого великого учителя было 25 просветленных учеников и так далее, тибетские жизнеописания, в наше время не работают так хорошо, как они работали
раньше и причиной этого является то, что мир изменился. Мы живем не в деревнях, как большинство учеников Будды. Да, мы живем в основном, половина населения Земли, в мегаполисах. Мы связаны социальными сетями, коммуникаторами намного более сильно. Главная проблема большинства людей, которые консультируются у психотерапевтов, это отношения. Да? Вот древние традиции не работали и не знали вот всю сложность, все богатство практик работы с отношениями и избавления нас от этих проблем и ограничений. И поэтому универсальные духовные практики верны, но в наше время нужно что-то еще. Вот я к этому пришел и стал строить такой расширенный современный навигатор по реальности, который объединяет и древние традиции, и все самые передовые современные знания, потому что главное все-таки, я считаю, быть не духовным или трансперсональным человеком, а самое главное, ну для меня, по крайней мере, быть реальным. И вот к нашим движениям к реальности прежде всего, конечно, важна наша жизнь, важна общепринятая реальность, важен мейнстрим, важна наука, важна этика, важна вот эта повседневная жизнь всего мира. То есть, поэтому, ну, кто-то говорит, а политикой я интересуюсь, а я интересуюсь политикой, мировой, всей политикой, разными точками зрения. Я интересуюсь наукой, я интересуюсь искусством, я интересуюсь духовными традициями. И это потому, что для меня самое главное быть реальным. И трансперсональные знания, духовно ориентированные, для меня важны, потому что они делают меня более реальным, более устойчивым, более широким, более важным и дают новые возможности для жизни здесь. Можно немножко дополнение тогда? Хороший. Да, безусловно. Вы очень осознанный человек. Да, есть осознанные люди, но есть большинство людей, с которыми мы просто работаем, взаимодействуем, да? И не получится ли так, что погружение в трансперсональный, допустим, опыт такой вот приведет к тому, что реальный человек, ну, перестанет интересоваться земным как таковым? И в данном контексте трансперсональную психологию, стоит ли ее, по вашему мнению, да, использовать как отдельный инструмент или все же здесь вкупе с чем-то, с другими инструментами психотерапевтическими, да, чтобы человек не терял связь с телом, с землей, да, со своими ощущениями и не переходил полностью вот эту... Ну, как я уже сказал, я не отрываю трансперсональное направление от психологии. И, ну, я считаю, что по закону главное и самое интересное для большинства человечества направление – это, ну, конечно, направление, связанное с повседневной жизнью. Семейное, экзистенциальное, гештальтистское, то, что делает системная семейная психотерапия, например. И это... Это хорошо, это нормально, потому что это больше всего востребовано, это хлеб насущный для каждого человека. Кому-то, кто интересуется развитием, может быть интересно, полезно трансперсональные вещи, духовные традиции. Я не стал бы прописывать и вменять это всем, но одновременно из своего знания мирового трансперсонального движения российского, я знаю всех лидеров и много лет здесь также активно участвую, я думаю, что ну вот у нашего, у российского движения все-таки очень достаточно мощный, хороший такой фундамент в виде российской традиции научной, в виде российской традиции исследования, шаманизма, например, российская школа самая великая, как вот Олар подтвердит, в мире и вообще первая, наверное, которая серьезно стала исследованием. Конечно, шамановедение, конечно, это самое выдающееся исследование до сих пор. И вот в этом смысле мы твердо стоим на ногах, и когда ты стоишь на ногах, то трансперсональный опыт помогает тебе расширяться постепенно, да. Но с другой стороны, везде, всегда, во всем мире есть люди, есть дауншифтеры, есть, ну как я называю, духовно помешанные, то есть йогнутые, графоманы, рерихнувшиеся и т.д. Ну, куда от этого избежишь? Я сейчас ни в коем случае не имею в виду ничего плохого. Не люди, которые последователи холотропного дыхания, я сам занимаюсь холотропным дыханием. Но всегда есть крайности, всегда есть экстримы. И если для нас быть более реальным – это ведущая ценность, то тогда мы можем преодолеть любые крайности, мы можем идти серединным путем. Вот это моя позиция. Можно? Да.
Да, пожалуйста, перевык. Да, можно ли сказать, что трансперсональная психология – это выход из обусловленностей? То есть при этом не покидая мира материального. Вот Таня Гинзбург хотела что-то давно сказать, да? Она, может быть, ответит, чтобы не содержать. Сказать можно, так как сказать можно все, что угодно. Сейчас в эпоху постмодерна можно сказать все, и все, более того, будет правдой. Но просто тот конфликт и вот эта вот дискуссия – это как бы, ну, попытка держаться за обусловленности. А вот если туда, то так будет, а если туда, то так. А если это все интегрируется, если это все не отдельно правильно или неправильно? Можно увидеть по-разному. Можно увидеть, что за обусловленность попытка держаться, а можно увидеть, что за истину. То есть можно увидеть по-разному. И в этом некоторая сложность. Каждый вот из нас рассказал какую-то историю, какой-то миф. И можно увидеть, что прав кто-то один. А можно внутри себя начать эту интеграционную работу. И чем она закончится, это уже твой выбор. Да. А по поводу, я хотела сказать, на свой пример привести, собственно, с Russian House, по поводу одиночества, там, физической силы. То есть в каком смысле трансперсональная психология меня привела действительно к тому, что я открыла ресторан на шоссе номер 1 в Калифорнии там 4 года назад. И это не просто ресторан, это как бы такое пространство трансперсональной психологии. Там нет меню, там нет цен, и там нет почти нет никаких обусловленностей. А почему не в России открыли ресторан, чем в США? Так вышло, так меня позвало это место. Почему не в России? Дух времени меня позвал. Форт-Росс, рядом древнейшее поселение российское. Там Форт-Росс, вчера там был фестиваль, у нас была делегация правительства Москвы. Так что мы в некотором смысле расширили, да, прям... Там приехала делегация, там вице-мер Москвы, там глава делегации, плюс Трансгаза, глава вчера вот у нас были в ресторане. В нашем этом трансперсональном, где везде висят объявления о духовности, пирамида Маслова висит на окнах. И там первое, что спрашивают человека, ты зачем пришел, какую потребность будешь удовлетворять? Гад, типа есть, только будешь. Это только духовная вещь? Нет, нас много готовится все время. Симбиоз? Да, и в этом некоторая сложность. Скажите огромная. Интересно. Ну, здесь долго рассказывают, то есть интересно, ну, приходите ко мне. Еда есть. Как правило. Вот Володя был, он не мог без еды. Приезжайте в Форт-Росс, там вкусно кормят. И там я хочу понять, как это работает здесь. Можно общаться. Потому что я то же самое делаю. Поэтому я хочу знакомиться. Татьяны мастер-класс. Сегодня после обеда так приходите и мастер-класс, у меня здесь столик. Но я, собственно, хотела сказать, что вот, да, в этом смысле это огромная для меня по-прежнему внутренняя работа, потому что с каждым человеком, который пришел, допустим, только поесть и больше ничего, еще и ничего не заплатить, например, это гигантская внутренняя работа с этим человеком взаимодействовать. Поэтому зависит от того, как вы трансперсональную психологию будете применять. От этого зависит ваше, в том числе, воплощение в мире. Спасибо, Таня. Наверное, это самое главное, то есть как работают все эти знания, да, в нашей жизни, в нашем мире. Что они нам дают, трансперсональные, в отличие, скажем, или в сравнении с другими, со всеми подходами. Ну вот мой личный подход, вы знаете, я вчера его в фильме на языке вот, искусства пытался выразить. Это, прежде всего, инструменты для развития. Я сейчас начал онлайн-курс, информация о нем тоже есть. Это 10 недель детального изучения инструментов развития в каждом измерении нашей жизни. Развитие себя, развитие отношений, то есть это родительствование, это отношения с любимыми, это отношения творчества, сотрудничества, это отношения дружбы, развитие проектов, бизнеса, творческих проектов, социальных проектов и духовное развитие. Это самое главное. И мне кажется, что вот то, что я нашел за всю свою жизнь, за 40 лет трансперсональной жизни, ну, это в моей жизни это работает. Можно в жизни моих учеников тоже. В жизни моих учеников тоже. У нас вот группа уже экспериментальная в прошлом году прошла. Я взял на себя такой ответственность и риск.
Вот Даша здесь, староста группы. Даша, покажись, пожалуйста. Вот это первое поколение. Встаньте, прошлая группа МИТа. Кто здесь есть из прошлого года? Это вот эволюционеры, вы можете с ними поговорить. Такой экспериментальный курс НИПа, которые получили достаточно много из инструментов эволюции уже в новом курсе МИПа. Вот встаньте, новый курс МИПа этого года, пожалуйста. Кто здесь? Вот, тоже, да, тоже там мы будем применять эволюционные практики, эволюционные знания именно в системе, потому что я называю себя также гидом, трансперсонологом. Это моя основная профессия. То есть человеком, который помогает развиваться, путешествовать так многоаспектно и, самое главное, реально. Это вот центр тяжести. Быть реальным, стоять на земле, упираться в небо, прорастать в землю, как вот на самых, наверное, картах овердовских, вот в этих вот в шаманских путешествиях, где нижний мир не обязательно внизу, он может быть вокруг или внутри, там во всяких наших дырках. Так что, я думаю, каждый из нас подведет, наверное, сейчас то, что он хотел донести на этом круглом столе. Давайте, пожалуйста. Вопрос можно всем? Он в тему будет. Ну, говори, говори. А, можно. Все, хорошо. Значит, я вот просто думаю, а куда? Хама грядеши? Вот мы жили в коммунизме, вот с вами, например, да, нас вели в коммунизм. Да, придешь в религию, там, ну, в зависимости от, ведут к Богу. Но придешь в институт технический, тебя ведут, так сказать, в инженер. А к вам приходит человек. Его надо куда-то повезти. Куда? Вот знаешь, в Заратустре у Ницше там есть такой ответ. Да. Там пророк Заратустра говорит, там, я мост через бурный поток. Хватайся за меня, кто может схватиться, но я не костыль вам. Это один из ответов. Другой, вот это мой путь, а где твой? Так я отвечаю тем, кто спрашивает меня о пути. Да, потому что каждый из нас сам выбирает свой путь. И здесь не нужно требовать, чтобы кто-то сказал тебе, какой твой путь. Галич об этом говорил. Не верьте ему там. Он врет, он не знает, как надо, еще в те далекие года. Идеально. Давайте каждый из нас что-то просуммирует. Кто хочет начать? Да, пожалуйста. Три минуты. Регламент. Даже две. В этом смысле интересно высказывание Каутамы по этому поводу. Чем занимался учениками? Он пытался, чтобы они ощупали тот самый забор, который ограничивает их от реальности. Почему? Что это за забор? И там хорошо, так сказать, в этом смысле перечисляется это язык, там наши привязанности, потребности, все, что нас ограничивает. А потом он говорит, что существует способ для того, чтобы перелезть через этот забор. И уж тут действительно, куда вас потянет. Но причем должен сказать, что разные миры, они и крайне опасны. Раньше вот эти измененные состояния сознания очень хорошо утилизировали в древности. Скажем, те же самураи, отрабатывая определенные приемы, техники, это было опасно для жизни, их нельзя было выполнить в натуре. Они отрабатывали в измененных состояниях, где полностью включалась вся мышечная система, виделись со стороны, и они готовились к этому. Когда наши космонавты летали, им, чтобы избавиться от гиподинамии, им просили, вот там возникает медитативное тоже состояние, невесомости, так сказать, сенсорной депривации, и они тогда чувствовали, что они как будто бегут. Представьте, что вы бежите. И они чувствовали и запахи, и все остальное. Вся физиология, биохимия полностью менялась, они худели после этого. Но они настолько перепугались этого мира нового, почему все боятся, что все отказались, перестали это делать. А в древности это включалось. Есть, скажем, те же самые дыхания. Вы можете пойти туда, вот, но есть такая техника дыхания, которая в Японии, шпионы их не назывались, ниндзя, падающие снежинки. Это вот дыхание начинается в ритме Чеви Левита. И
это приводит к смерти. У вас связаны руки, вы можете умереть. Это сразу идет на уровень дыхательный центр, регулярная формация, и вся вот эта система начинает оттуда рушиться. Половые системы очень древние. Вот куда это вас приведет? Вы снимаете свой панцирь, когда перелазите через этот забор. И может случиться все. Вот почему нужен учитель и, сказать, и так далее, который мог бы проследить за этим. Но путь выбираете сами. Спасибо, Анатолий. Спасибо, Мария Майко, что пригласил меня в круглый стол. Хотя я сегодня как-то это не планировал совсем. Мы сегодня говорили очень много о шаманизме, даже о смерти говорили. У меня, знаете, есть способ, как можно остаться, ну, чтобы тебя помнили. Один из этих способов – это пишите книги, пишите статьи, снимайте фильмы. Если когда вас не станет, вы останетесь в книгах, в фильмах. Это один как способ. Поэтому вот меня спрашивают, зачем, Алексей, вы пишете все эти книги, кому они нужны? А мне кажется, что это никогда не станет, меня можно будет, я останусь в своих книгах. Может, большинству достаточно Инстаграма и Фейсбука? Может быть, недостаточно. Хотя сейчас тоже, знаете, это для того, чтобы себя как-то подать, да, есть интернет и... То есть сейчас много каких-то способов, как себя, сказать, обозначить. Может быть, Facebook это и есть коллективное бессмертие? Нет, там Facebook закроют, раз он назвал Facebook, что будем делать? А книги, вот, они так и останутся. Ну, вот все, что хотел сказать. Спасибо. Ну да, но мне, в общем-то, нечего пожелать. Вот на самом деле, самое главное, это все-таки то, что я уже сказал, это драйв. Вот если есть драйв, то не будешь думать о том, принесет это деньги, не принесет. Там, вот драйв, вот это самое, это то, что от сердца идет. Да? Это вот, если это мое, значит это мое, это уже никак не оторвать никуда. Это драйв. Он должен быть, желательно, что он должен быть каждый день. Понятное дело, что каждый день его нельзя удерживать, потому что если даже вот тоже книжку писать, 100 страниц написал, и драйв закончился, потому что потом надо брать себя в руки и реально дописывать 200, 300, 600, 1000 страниц. У меня да? это тяжелее, чем начинать. Но самое главное, чтобы это было хотя бы изначально. Да? Для того, чтобы это был импульс, который позволит и учиться, учиться новым техникам восприятия мира. Они очень важны, потому что чем больше у нас техник восприятия мира, тем шире этот мир становится. Вот, наверное, все. Виктор. По мере движения я уже потерял вопрос. Суммирование какое-то вот. Программа говорит, ощущение круглого стола. Вот у Юнга есть такое соображение, что будущее психологии не в психотерапии, а в создании, ну скажем, какой-то теологии или геологии, да, которая есть в религиях. Но если брать, то есть нужно какое-то, кроме, так сказать, психотехник и психопрактик, что очень важно, нужна какая-то, ну, теология, да, которая в частности примиряет нас с фактом будущей смерти. Да? У буддистов там идея, с одной стороны, реинкарнации, но это как бы не очень желательная, потому что буддисты рассматривают мир как юдоль страдания, да? Надо отсечь, так сказать, всякие желания, чтобы не возрастали потом страдания. Да? То есть в результате просветления ты уходишь в результате в паранирвану и перестаешь перерождаться, да? В христианстве идея, так сказать, о том, что через воскрешение Бога, который, так сказать, смертью поправ, да, показал, что в принципе возможно воскрешение всех живых и уже умерших из мертвых, и идея там рая или ада, там так, революционный момент введен, да?
там, в даосизме это, опять же, идея реинкарнации. Вот в китайском даосизме строили глиняные домики рядом с жилищем, где-то с отверстием, куда вылетала и влетала душа умершего. Ну, типа, да? Дольменов, наверное. Да, 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 типа дольменов. То есть, типа такой вариант шаманизма, можно сказать. То есть были какие-то, ну, были какие-то теологии, теории, да, объясняющие смысл жизни человека и, так сказать, примиряющие его со смертью. Да? Вот сейчас мы как бы в базе своей остались одинокими, что ли, да? Как писал Платонов, по-моему, голый человек, без прошлого и будущего, да? Во многом это и сейчас есть. Необходимо и какие-то новые этические разработки. Это работа гуманитариев, которые, кстати, ну, предельно гнобят, так сказать, да? Нужны новые философские, идеологические системы. Да? Вспоминаем Ницше, вспоминаем Достоевского, но это уже полтора-два столетия. Да? Нужно новое, его нет. А как же родовые системы, родовые традиции? Кто родовые традиции? Но они здесь не являются каким-то базисом, на который можно опереться даже в том контексте, что сейчас эпоха индивидуальности, и очень многие люди одиноки. Но почему-то родовая система, ну, сейчас я посмотрела, что у нас персональные практики не рассматриваются. Я не очень понял вопроса. Да, я не об этом говорил, а о том, что необходимо создание новых этических систем, новой идеологии, новой, ну, так сказать, пресловутой русской идеи, например, да, с которой носится, но фактически, смотрите, была коммунистическая идея, да? Пришла, ну, что это, так сказать, общество массового потребления, да? Смысл человеческой жизни, он никак не, ну, не описан, не артикулирован, да? То есть каждый сам по себе пытается что-то найти, да? Вот. Новый большой российский трансперсональный проект. Новое не только будущее в психологии, да, в жизни, да, в гуманитаристике. Конечно, не только в плане психотехник, да? Да, да, да. Но и в плане, ну, целостных философских. Я поддерживаю. Может быть, наша следующая конференция, она найдет какой-то приемлемый для всех ответ. Она состоится в Ярославле 25-27 сентября. И, сентября. Сентября. А. Эту конференцию профессор Владимир Васильевич Козлов из Ярославля нам помогает организовать. И конференция будет как раз посвящена российскому трансперсональному проекту «30 лет развития». В 2020 году, правильно? В 2020 году, да. Так что я приглашаю вас на эту конференцию. На этом мы круглый стол завершаем. И, как вы знаете, у нас после обеда здесь, в этом аудитории, будет Алексей Разумов, секс, как эволюционная практика, он выдающийся эксперт. Леша, ты здесь? Нет еще. Дальше Григорий Ковалев, тоже знаменитый эксперт по бизнесу и духовности, один из героев фильма, который сегодня вечером будет показан, «Тайна Карлоса Кастанеды». Он там очень ярко делится своим опытом работы с учением Кастанеды. И Вера Сажина, тувинская шаманка, психолог, певица, импровизатор, художница, будет здесь. И в аудитории 112-й Галина Лобковская из Санкт-Петербурга и Екатерина Рабей будут рассказывать о своем подходе в эволюции. Потом Елена Ковалева, практическая работа с энергией ЦИ, и Елена Грабарь, архетипы в жизни и бизнесе. И, наконец, 114-й Татьяна Гинзбург, Галина Шибаева, наш выдающийся мастер ребёфинга, она поделится своим опытом, и Дамир Калимулин, который много лет преподает йога-терапию в Московском институте психоанализа на нашей программе, он расскажет о теле как ресурсе развития нашей жизни. А сейчас перерыв, свободное общение. Кто интересуется моими курсами по инструментам эволюции, информация...